Привет! Вы смотрите рубрику «Снимут же такое». Меня зовут Александр Марченко, и сегодня, как всегда, мы с вами посмотрим необычные и позитивные ролики. Поехали! Все так мило и красиво. Маленький мальчик гладит рыжего котенка. Казалось бы, ну что может испортить эту идиллию? Так, а это что за покемон? Как он посмел прервать это чудное общение мальчика и кота? Оказывается, у мальчика есть второй кот. И похоже, он дико ревнует. По звукам, которые он издает, можно понять, что это целый крик души. Особенно по вот этому. Но это не главная фишка этого ролика. Напоминаю, кот очень ревнует. На сцену приглашается группа «Проблематика» с песней «Его ведет». Ну или что-то типа этого. Начнем с того, как встретили группу «Проблематику». На сцену приглашается группа «Проблематика» с песней «Его ведет». Неужели девчонок недолюбливает весь зал? Хотя я, по-моему, начинаю догадываться, в чем дело. Наверняка эти девчонки единственные отличницы в школе. И наверняка они никому не давали списывать. И, возможно, уже об этом пожалели. Там, по-моему, только один Вован из нашей Раши рад происходящему. Девчонка, ну та, которая справа, по-моему, уже заранее знала, что их номер будет провальным. И решила во что бы то ни стало выровнять ситуацию. Шедевральным танцем. На самом деле она была нужна лишь для того, чтобы петь только припевы. Зато в конце стало понятно, что именно она взорвала зал. А сейчас вы увидите, на мой взгляд, самый смешной ролик сегодняшней рубрики. Я надорвал живот, когда его смотрел. Поэтому предлагаю вам сесть поудобнее и сделать погромче. Итак, эпический побег из клетки. Поехали. Но я же говорил, в нем все моменты абсолютно смешные. Будь то этот. Или этот. Или этот. Или вообще вот этот. Кстати, вы оценили его разбег? Ну и, как всегда, несправедливость. Настрадался один, а первым сбежал другой. С вами была рубрика «Сним уже такое». Будьте позитивными, ведь позитив рождает счастье. Меня зовут Александр Марченко. Апельсиновое утро. Пока-пока.